Вітаю в ефірі відкритого. Працює прес-центр. Я Юлія Демченко. І сьогодні поговоримо про те, що у Дніпрі активісти збирають сміття на водоймах, прибережних територіях та островах. Сьогодні наш гість Олексій Колкунов, засновник яхт-клубу у Дніпрі. Я знаю, у вас нещодавно відбулася акція. Ви збирали сміття на одному з островів. Розкажіть, будь ласка, хто долучився до акції і взагалі які результати? Добрий день. В эту субботу мы провели субботник на Шевском острове. Этот остров очень популярен среди местных жителей, у которых есть катера, яхты или другие плавсредства. В течение всего летнего периода горожане приезжали на этот остров, отдыхали, ну и, собственно, оставляли после себя бытовые отходы. У нас возникла идея собрать волонтеров, пригласить и партнеров для организации мероприятия. Собрали мы порядка 40 человек, которым не безразлична судьба города. Собрались мы на наших пунктах прокатов, каяков, пригребли на этот остров и совместными усилиями очистили его за 2,5 часа. В общей сложности мы собрали 1240 килограммов сортированного мусора. Мы на месте уже его сортировали, то есть это 270 килограмм пластика, 850 стекла и 64 это жестяная банка, ну и отдельно другие отходы. Вот этот вот сортированный мусор мы погрузили на катера, нам помогли тоже партнеры, вывезли на большую землю и забрали на переработку. То есть мы не выбросили это просто в мусор, это будет досортировано и переработано. Я знаю, ви не просто обираєте якісь водойми або прибережні території, ви їдете на каяках у місця, які просто звичайним активістам дуже важко до них дістатися. Розкажіть, як обираєте місця? Це вже не перша ваша акція, наскільки я знаю. І чи цікавість з боку учасників клубу зростає, чи більше стає бажаючих долучитися до таких подібних акцій? Взагалі, як обираєте місця? Ну, одной из наших миссий является и очистка прибрежных зон и островов. Люди приходят к нам на прокат, берут каяки, ходят сами по акватории. Они сами идентифицируют проблемные участки, зоны, где есть скопление мусора. Вот, потом мы эту информацию принимаем, обрабатываем и уже на основании ее делаем вот эти вот акции. То есть в прошлом году мы чистили Зеленый остров и собрали 850 килограмм силами 65 участников-волонтеров. Вот. Сознательность среди наших гостей проката очень большая, то есть к нам приходят и туристы, и просто активные жители города, им не безразлична судьба и, ну, того места, дома, в котором они находятся, поэтому спрос на эко-акции очень большой, мы делаем анонс буквально там за неделю, и у нас всегда собирается больше, чем мы можем позволить, как говорится, прокатного парка выделить на вот эти акции. Поэтому, ну, в будущем мы обязательно будем расширять и ореол использования каяков, и места, которые надо чистить, их довольно-таки много. То есть можно сказать, что еще не все мы почистили. И в центре города, я уж не говорю за соседние районы. Куди найближчим часом, якщо навесні будете проводити щось подібне, то куди завітаєте? Ну, я думаю, ну, на Зеленом острове еще осталось очень много мусора, то есть мы не смогли вывести все в то время, тогда не было, допустим, катеров, и мы вывозили все на каяках. Люди делали 2-3 ходки, и за это время очень сильно уставали, и мы были ограничены по времени. Думаю, в следующем году к нам присоединятся партнеры, и мы сможем катерами вывести больше, тем более за этот летний период Зеленый остров никто не чистил, и там, я думаю, еще накопилось очень много мусора.
А взагалі, звідки така ідея виникла? Можливо, ви побачили, що ваші колеги з інших міст займаються подібною діяльністю і також вивозять сміття? Это мировая практика, то есть каяк это отличный инструмент для акваплогинга, то есть сбора мусора с воды и прибрежных зон туда, куда не могут добраться другие вообще жители или коммунальные службы, так как это, ну, заросшие территории, в основном там песчаники, то есть туда не проедет техника, и людям туда добраться не с воды очень сложно, а на острова так тем более. То есть у нас раньше вообще Зеленый остров, Шевский остров, это были городские центральные пляжи, на которые ходил речной трамвайчик, там была инфраструктура, люди туда приезжали, отдыхали, купались на, ну, по периметру острова, это пляжная зона была. Со временем это все как бы свернулось, и туда только добираются люди, у которых есть свои катера. А обычные жители туда добраться не могут. И вот с помощью каяков это стало возможным. При этом такие акции проводят наши партнеры и в Киеве, и по всей Украине, в Измаиле, Одессе, в Чернигове. То есть я знаю всех основателей этих компаний. Они точно так же поддерживают эту акцию. Чистые реки – это вот наш хэштег и Travel Like Action. А коли плануете наступную акцию? Следующую акцию мы уже, скорее всего, будем планировать в следующем сезоне, весной, ориентировочно в апреле. Посмотрим, как с погодными условиями, подберем хороший день, ну, субботник, вот, и соберем еще много-много людей. Як можна долучитися до цієї доброї справи? Ну, обов'язково через соцсети. Тобто у нас є Facebook, Instagram. Підписуйтесь, заходите, Travel Kayak Dnipro, це наша. Тобто заздалегідь там вже буде анонс, сформовано? Да, события, пости і анонси. Група, ми можливо, будемо проводити. Да, якась буде збиратися? Да, да, обов'язково, звісно. Зрозуміло. Отже, на цьому, якщо ви щось хочете ще додати, можливо, закликати когось берегти наші території, смітити поменше. Звісно, в общем-то, то, где мы живем, это и является нашим домом. Не только этот дом заканчивается квартирой и дверью, порогом там, нашего жилища, а наш дом – это вся наша территория, за которую мы несем ответственность и отвечаем перед обществом и перед, опять же, детьми. То есть им дальше жить в этом мире, и мы должны изначально учить их убирать за собой, не мусорить и быть созидательными, можно так сказать. Поэтому, конечно, я всем советую и друзьям, которые забывают за собой мусор на полянах, на отдыхах, на природе, то есть за собой постоянно убирать. И когда мы убирали Шевский остров, мы увидели большой эффект от того, что люди сами, которые были на острове, уже к этому движению присоединялись, подходили, предлагали помощь, вывести. То есть это как бы хороший пример, заразителен, и он увеличивает эффект, и я думаю, в будущем у нас меньше будет с этим проблем, так как мы уже запустили очень большое движение. А от, до речі, у мене питання виникло, то, можливо, якщо смітять, можливо, там немає централізованих місць для збору сміття, тому викидають, де є можливість? Ну, так як остров, острова вообще находятся, ну, ни на чем, я так понимаю, балансе, то есть там, конечно, урны стоят, и мусоровоз туда не приедет. Как этот вопрос решить, это, наверное, надо спросить у городских властей, так как спрос на отдых на островах есть, а инфраструктуры еще нет. Хотя потенциально это очень хорошие места для отдыха, ну, непосредственно в центре города, то есть далеко за город выезжать и не нужно. Зрозуміло. Дуже дякую за те, взагалі за вашу ініціативу, бо таких людей, які дійсно такі роблять добрі справи, не дуже багато зустрічається, на жаль. Отже, на цьому
наша прес-конференція добігає кінця. Сьогодні у нас був гість Олексій Колкунов, засновник каяк-клубу в Дніпрі. І саме за ініціативи цього клубу активісти Дніпра збирають сміття на річках, прибережних територіях та на островах. На все добре?